На 23 снежня 2020 года у Могилевском райсуде запланировано посяджение по справе громадского активиста и правооборонцы Володара Цурпанова, якого виноватить у криминальном злочинстве, образе судьи. У справе два эпизоды. Абодва тычатся подей подчас судовых посяджений по артикулах об администрационном правопорушении, уделах у мирных, але несанкционованных протестных акциях. Каждый раз гэтыя суды отбывались по скайпе, а Цурпанов находился у ИЧУ. Причем первый эпизод от 9 вересня отбылся, когда активист уже отбывал администрационный арешт, который ему призначила судья Кастрычинского суда Татьяна Михайлова за заклик на першавероснёвской линейце каля 43-й школы до наставников покаяться за фальсификации на выборах президента. І на той суд, який так само був по скайпу, як і на суд палятковий, мене, коли поклікали, ніхто не сказав, куди ведуть. Коли я спустився вниз з аховниками в цей придбанник, мене провели у покой для спотканню. Там стояв старший лейтенант. І стоял монитор, на яким, ну я уже не помню, то есть лечивший он уже на там сидел на стене, але старший лейтенант пропонал мне сесть, я сел, и там заявилась тетка в черной сукне. Ну, зрозумело, что я одразу все это осенсовал, что так, я потрапил не сподеванку для себе, что зараз отбудется суд вот по скайпу. Не сподеванка была тем, что вот меня не попередили, и это, конечно, обурало. Сама не я, бо я разумел, что не, это судом не может быть, потому что никаких прав моих не будет обеспечено. Бо тот же момент был такой, что ИВС повинны были передать мне, как вот человек, который утримлюется под их опекою, я на суде присутничал не как громадянин, а как администрационно арештованный, обмежеванный у части своих прав. И вот все эти речи, моменты, яны, ну, натурально там, они саккумулялися, и один, ну, скажем так, у меня не было ни в іншого сродку обороны, как просто это все обрынать. И первым сродком я ужил это потребование белорусской мовы. Бо коли б судья задоволила вот это потребование, можно было сподеваться, что можно домовшись тогда хотя бы выконание судом формальных процедур изъяснения самого процессу. А покольки ну, у судьи была задача огучить выры, какие ее там сама нарыхтовала, что ее там сказали, ось, и она все это игноровала, а боль зато игноровала там и мои потребования отводу. И тогда я и ужил это словосполучение, ну, кунтовская подстилка. Вельми часто у, ну, при коммуникации, контактах с официальными особами, там, милиции, прокуратуры, судах, я уживал такую форму поводинов, я им сказал, треба быть цинично ветливым. Инший раз оно выглядая, вот по контекстам, оно выглядая как нахабство. Вот. И коли тебе обрынули у такие умовы, где фактично ты ничего не можешь, тебе остается один сродок вот бить просто по руках. А бить по руках можно только жестко. И вот хунтовская подстилка тут для меня не, ну, натурально, что оно отбылось, ну, спонтанно, небыто, але оно еще было подрихтовано еще до того, потому что от 9-го, я лечил, августа, у Беларуси пануя хунта, и это слово, оно было для меня натуральным и логичным. Подстилка, ну, тут вельми просто,
У хунты есть свои орки, карники, суды, прокуратуры, следственный комитет выкористовываются в якости прокладки такой для, ну, изменьшения, скажем так, неких сигналов негативу наверх, ти вниз, вот, на орков, ти на саму хунту. Ну, а вали отсюль это уже было, ну, как бы, не, сказать просто хунтовская постилка, это было не, ну, оно просто повисло. Тому заставалось позначить как бы место и назвать речи своими именами. Вот революция это обовязок и потреба называть речи своими именами и менять неправильные назовы и наименения. Я думаю, что после этого судья Полякова одразу спынила суд. Так, и она ну, сделала формальную речь там, робила мне нібито за уваги, я уже не памятаю, что она там казала, але по материалу справы, по протоколу там позначено, что вот судья там робила за уваги, и потом спынила процесс и вынесла решение, что за порушение парадку меня выдаляют с зали суда, крім того, и в додаток она еще вынесла покарание 8 базовых за порушение парадку. Не повагу до суда. И не повагу до суда. Вот, когда я сказал вали отсюль хунтовская подстилка, я, ну, накировал сейчас этого покойчика, старлей меня схопил за руку, а покольки я же разумел, что я надо мной лады не мая, я под уладой опекаю ИВС охранников. Вот, я руку его отбил и вышел туда, в этой, ну, как бы место прийма наведников от дежурным по ИВС. И стал там. Стал потребовать, что ведите меня назад, наверх. Ну, натурально, они не могли это сделать, бо еще ж невядомо, что там по суду. Ну и потом знову скайп запрацавал, и там уже обвесили, здається, я так, ці им потелефонували. Ну, у чекання я был там унизе, ну, хвилин, я уже не пригадаю, ну, хвилин 20, может и более. Я зрозумел, что мои поводины и то, что добылося, для них опинулось таким спектаклем и шоу, ну, я думаю, они потешили еще, что я так, человек дозволил себе такую роскошу, ну, погардливо, скажем так, ставится до такой великой институции, поважной, как суд. Вот, скажем так, и закончилась эта моя пригода дотично Поляковой. Ну, и она вынесла присуд 10 суток. Так, она додала 10 суток до тих... По 23-34. 20, которые уже были как бы за попередние. А когда вы доведались, что в отношении до вас узбуджена криминальная справа по образе судьи? Это было, так, это было уже подчас моей сухой голодовки. Дожалю, покольки ВВС крали мой дзённік за першую отсидку, шмат такие речи я не памятаю вот по датах, коли что отбывалося, але это было, напевно, на день-нибудь на четвертый день, значит, это было числа 16-го, махчима. Может, крышку ранее. У меня пришли эти охранники и сказали, чепляйте маску, вот, я кажу, куды? Ну, там, сдается, следчий пришел. Вот, и меня привели в этот кабинет, и так заявивший следчий, старший лейтенант, ну, Дзятковский, зараз я ведаю, и он поведомил про то, что вот распочата криминальная справа, ну, проверка докладней, право не распочата. И я сказал, что я ни у чем удельничать не буду, кажу, и по администрационных справах я сказал, что ничего подписывать, ничего казать не буду, робить еще что хочете, и то же самое вас. Ну, он сказал, ну так, это ваше право, позначил момент такие, что, ну вот, коли бы вы супрацовничали со следственным, тогда не предъявилось, чтобы робить экспертизу видео. Я ему сказал, что нет, я как раз зацікавлен тем, как потом в Новой Белоруссии и в новом суде не было никакого пытания, что это монтаж и подробка. Тому хай будет лежать вот в основе экспертов, что это докладно не смонтованное видео. Вот. Ну, и он еще сказал, что покуль, вот вы можете почуваться себе
свободным, проверка будет идти некий час, коли закончится, тогда вас попередить, поведомить, ну, уже тогда будете ведать, распорчата будет криминальная справа или не. Ну и вот уже остатний час я жил у вот еще с такой ну, новиной и ведаю, что так следующий комитет, починая, распочал працу, как подрыхтовать мне криминальную справу. Ну, зараз криминальная справа уже, так скажем, у стадии завершения. Яны передали в суд, яны выставили обвинувачивание, и вот праз... Так, вельми ну, близкий час. Покольки дадался еще один эпизод. Ну, спочатку они шли параллельно, потом их объединили. Это, ну, я повторю, то ж для Кравченко, судьи с Кастричинского суда. Вот, натурально она, ну, натурально. Не натурально. Она написала заяву. Полякова подала докладную по инстанции на имя старшини суда. И уже суд инициировал, потому что материала справы я спочатку думал, что такое, не знайшел заявы Поляковой. Кравченко есть, а Поляковой нема. Ну, поглядел процессуальные нормы, так. Подставы достатковые, потому что и органы могут звертаться, являются инициаторами. Вот, тому в этом смысле процедура выполнена. Правда, тут зависит этот момент, что Полякова меня покарала уже за это порушение. Вот. И некий час, так, они шли две справы, потом их объединили, и следшая приезжала, я был на черговых сутках, и она приезжала знакомить меня с постановой. И я мушу сказать, что ну, для меня это не было, конечно, такой несподеванкой, нечеканностью. Следующий комитет в особе майора Исакова и Дзятковского попрацавали вельми дрянно. Ну так, яно чакана, бо выключна абінаваўшы ўхіл, і ні кроплі працы як бы на маю карысць. Я вот хібнасці ў справі і шмат такіх момантаў спакусілі мяне на адмову ад, ну не адмову, а введзенне мараторыя на сваю абвестку, свой маніфест пра несудзельнічанне вот у гэтых дзеяннях усіх рэжымнага кшталту. Я знайшоў багато подстав для того, как, скажем так, обрынуть, развалить эту справу. Так, я разумею, что мне прозвище отповедное, что суда нема, и у их задача, конечно, меня покарать, тем больше, что я сам их примусил распочать криминальную справу до меня. Але я меркую, что выкрастать эту можливость и эту пляцовку судову, мне это как невеличкую трибуну. За какой сказать, ну, могилёвцам хотя бы себе, про той, ну, той стан, на ким мы опынулися, что отбывается у краю, у Могилёве, и как бы на своем прикладе так само продемонстрировать, что такое сегодняшняя система и суд, как один из ее важных институтов. Чего чекаете от суда, який почнется 23 снежня? Шмат сябров, коллегов пропоновали мне скористаться допомогой адвоката. Ну, датычна адвакатаў увогуле, вот, пасля 9-го я для сябе пазначыў так, што ніякіх адвакатаў, суду няма, адвакатуры таксама няма. Мені прозвішча пэўнае. Сістэма ведае, хто я такі, і ў Беларусі не знойдзецца ніводнага адваката, які б здолеў мяне абараніць. Это адзін момант. А другі, я...
такі самаўпэўнены, я разумею, што лепей за мяне мяне ніхто не абароніць. А што тычыцца вот выніку, я спадзяюся, што рэжым выкажа мне пашану і мне прызначыць, ну, як мінімум год хіміі. Так, канешне, я не выключаю ўсё ж такі такі варыянт, што ўдасца дасягнуць задачу, якую я паставіў, прымусіць суд закрыць справу. Па менэта ў звязку з вот самім зместам, з адсутнасцю складу і злачынства і дзеяння як такога. Я б быў пэўным, калі б ведаў, дзе, у якім месцы, у якім кабінеце прымаецца рашэнне датычна вот выніку гэтага судовага разгляду, які будзе. Валадар, выснова экспертызы лінгвістычнай, якая самая галоўная думка там? Паколькі, это ж адна таксама з праблем, ім адправілі проста гэтыя словы: «Валі адсюль, хунтаўская падсілка», без кантэксту. Я выказваў Ісакавай, ну, сваёй заўвагу, што а як эксперты будуць працаваць з гэтым? Любое слово, любое выказанне паза кантэкстам, яно пустое само ў сабе. Ну, калі яно не самадастатковае, але тут же ж дакладна, што мусіць быць кантэкст агульнапалітычны краю і канкрэтнай сітуацыі, як яе складніка. Вось. Ну, мне адказалі, што так сказалі эксперты. І экспертыза завяршылася такім чынам, што эксперт не палічыла гэта абразлівым, як такія. Але можа быць абразлівым, калі гэта... Не, гэта не можа быць абразай, калі гэта ёсць праўдай, калі гэта ёсць фактам. Вот. Але усталяванне адпаведнасці факту, гэта не іх перспектывы і не іх поле дзейнасці. О. І гэта можа быць там крыўдным, там, ну, між сабою ў нейкім кантэксце. Зараз, калі вярнуцца так абстрактна, так скажам, да, у тыя часы, там, той ж самы 9 верасня і на суд з суддзёй Краўчынкай, ці шкадуеце аб тым, што адбылося, альбо паступілі так же сама? Не шкадаваў ні тады, не цяпер. І думаю, што не буду шкадаваць ніколі. Болей за тое, шкадую пра іншае. І тут ужо праблема мая асабістая, это выхаванасці. Паколькі я не ўжываю матаў, а паколькі я жыў, ну, жыву, стараюся жыць у беларускай мове, то ну, сябры ведаюць, што іншы раз, калі я пачынаю размаўляць на рускім языке, это значыць, што я лаюся. Дык вось, я шкадую, што от праз гэту рэч я не выкарыстаў больш жорсткіх слоў, каб назваць як суд, як інстытут, так і чотак у гэтых чорных сукнях, кім яны ёсць на самай справе.